На площади перед Люберецкой администрацией зажгли главную новогоднюю ель. Торжественное событие дало старт ежегодному проекту «Зима в Подмосковье». На празднике, который собрал сотни люберчан, побывал Богдан Колесников. Праздничную программу открыло ледовое представление люберецких фигуристов. Рядом с катком – веселые хороводы со сказочными персонажами, подвижные игры, танцы и песни. Нравится то, что первый день зимы, скоро будет Новый год. А что это значит? То, что у всех будут подарки. А что значит через 30 дней у всех будет еще лучше настроение? Настроение очень хорошее. Каток скоро откроется, и можно будет наконец-то покататься. Многие ждали этого все лето, всю весну, всю осень. Теперь можно будет и на санках, и на коньках, и на лыжах покататься. Будет все очень хорошо. Настроение отличное. Такой классный праздник нам устроили. Это просто замечательно, что выходной день, 1 декабря, и мы можем уже сразу, несмотря на такую теплую погоду, зарядиться отличным таким предпраздничным настроением. Класс! Мне кажется, заряд на целый месяц обеспечен после таких событий, которые сегодня нас ждали. Настроение великолепное. Мы пришли с внучкой для того, чтобы поучаствовать в моменте, когда зажгутся по всей стране сегодня, между прочим, елки. И, конечно, хочется пожелать в наступающем году всем огромного-огромного счастья, любви, мира и здоровья. Крепкого-крепкого. До кульминации праздника считанные минуты. Старт проекту губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» дали глава округа Владимир Волков и семья люберчанина, участника специальной военной операции. Мы проведем более 600 мероприятий, абсолютно разных. И, конечно, они все для того, чтобы праздник почувствовался и пришел в каждый дом. Хочется пожелать абсолютно всем мира, добра, здоровья, благополучия от имени губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и от себя лично. Дорогие люберчане, с наступающими праздниками, всем хорошего настроения. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим первым днем зимы. И пусть эта зима станет для вас и нас волшебной с самых первых дней. Наступает волнительный момент. Волшебный елочный шарик, символ Рождества и Нового года, уже приближается к сцене. Одно магическое движение и главная праздничная ель Люберец засверкает. Три, два, один! Люберчан, с началом зимнего сезона. Вы зажгли очень красивую, шикарную елку. Мы поздравляем всех с наступающими зимними праздниками. Пишите письма и верьте в чудеса. Начало нового новогоднего сезона. Здравствуй, Новый год! Новый год Подмосковья! Всего в Люберцах 1 декабря разноцветными огнями зажглись 7 новогодних елей. Они будут радовать жителей во всех парках городского округа. Богдан Колесников, Петр Пономаренко и Артем Морозов. Телеканал ЛТВ. Пришел Новый год.